Доброе утро, коллеги! Настроение в нашей студии, как и во всем городе, новогоднее. И уже даже начали украшать главную красавицу нашу новогоднюю ель. Сегодня мы это обсудим с декоратором Рутой Юрьевичути. Здравствуйте, Рута. Здравствуйте. Расскажите, сложно ли украшать, в принципе, елку? У нас Евпатория, она живая, в отличие от всех других городов Крыма. Ну, есть свои определенные сложности в том, что вот как в этом году, к сожалению, непредсказуемо здоровье елки, то есть она немножко приболела, и нужно подстроиться под это, нельзя ни в коем случае беспокоить ее сейчас, вешать на нее игрушки, тем более тяжелые какие-то декорации, поэтому мы все устанавливаем на тросы, бережно к ней относимся, ну, поколотые пальцы, как небольшая сложность, а так в целом нет. Расскажите, сколько времени уходит на украшение дерева? Ну, в среднем где-то 1-2 дня, иногда 3, в зависимости от масштаба декораций. Вы не первый год украшаете уже новогоднюю елку? У нас 5-й юбилейный в этом году. Расскажите, как вы выбираете декорации? Каждый год у нас разные тематические украшения. Да, мы начали с гжеля. Первый год, когда к нам обратилась администрация с такой просьбой, как бы, помогите что-нибудь придумать, помогите как-то необычно украсить елку, как раз это было связано с изменениями в Крыму, и я подумала, что гжель — это, ну, такая вот российская символика, и будет очень интересно, необычно. Мы сделали верхушку в форме кокошника, на ней висели большие бусы, и возле елки стояла первая инсталляция, по-моему, в Евпатории до этого никто этого не делал, стояла большие сани стояли, и конь разукрашенный тоже в гжель. Ну, по-моему, было интересно. Какие еще темы украшения елки были? Был щелкунчик. У нас тогда было тоже очень интересно. Это совпало с московским оформлением. Меня все спрашивали, откуда ты знала, как будет в Москве? Я говорю, да ниоткуда не знала. Просто очень нравится сказка «Щелкунчик», сам образ. Мне он кажется очень таким новогодним, добрым, детским. И поэтому мы так сделали. И вот совпало как раз с декором в Москве. А что еще было? Еще была «Снежная королева». Тоже стоял большой трон, такие заледенелые фигуры были, надпись большая такими заледеневшими буквами «С Новым годом». То есть, ну, стараемся выдерживать все в одном стиле. В этом году какое украшение будет? Ну, в этом году будет максимально современное, минималистичное украшение. Будут звезды, будут такие сверкающие шары. Минималистичная тоже гирлянда, просто сияющая белая, чтобы елочка выглядела нарядно. Ну и в то же время, чтобы закрыть все-таки те вот огрехи, которые есть, связанные с ее здоровьем. Когда вы уже закончите украшение елки? Я думаю, что завтра уже закончим все на площади. Но зажжение будет все-таки 21-го. 21-го, как обещают, да. Ну, надеюсь. Вы украшаете только елку в этом году? Мы ставим еще инсталляцию, как обычно, традиционно, рядышком с елкой, чтобы людям было что сбросить в Инстаграм, в соцсети. Какая инсталляция будет в этом году? Будет месяц, будет такая маленькая зона, которая нам напомнит о сказочной ночи новогодней. Будет красивая, надеюсь. Тоже тематическая? Да. Расскажите, как относятся жители Евпатории к украшению елки? Ну, в целом, конечно, я слышу очень много восторженных отзывов от друзей, знакомых, от подписчиков нашей студии в Инстаграме, в соцсетях. Но, к сожалению, есть, конечно, люди, которые не очень бережно относятся к этому. Вандализм процветает, как и процветал. Честно сказать, первый год, когда я делала оформление, когда мне сказали, Рута, делайте что-то вот крепкое, антивандальное, я, ну, как бы верила в чудо, я говорила, нет, вы что, когда увидят эту красоту, никто не тронет, никто не поломает. 40 минут простоял конь на площади, и ему поломали хвост, потому что, ну, не предусмотрено было на него залезать, но, к сожалению, вот, как бы люди еще как-то не обучены, что ли, обращаться с такими фотозонами на улице, то есть непривычно. Но я думаю, что мы будем потихонечку внедрять эту культуру, ну и мы, конечно, стараемся максимально предусматривать, обдумывать то, чтобы инсталляции стояли как можно дольше и радовали жителей города. И украшения каждый год покупают новые? Мы в основном изготавливаем украшения сами, да, потому что очень скудный, к сожалению, выбор тех украшений, которые есть в интернете для таких больших елок. То есть все, ну, достаточно однотипное, во всяком случае, я не находила ничего такого интересного, необычного, но хочется людей удивлять, хочется, опять же, дарить праздник, да, и делать что-то вот такое. Тем более у нас такая, как мне кажется, гордость все-таки, что городская елка живая, она растет, никаких искусственных конструкций не ставят, и, ну, я надеюсь очень, что она выздоровеет и будет радовать нас дальше. То есть все это ручная работа? В основном, да, в основном. Когда начинаете готовиться к украшению елки?
Ну, времени, как всегда, нам категорически не хватает. Обычно это... Ну, вот в этом году я начала в начале октября обдумывать эскизы, общаться уже с людьми из отдела культуры, с администрацией. Вот. Но в основном приступаем где-то в начале ноября все-таки к изготовлению, потому что есть нюансы по обсуждению, обговорению. Это занимает тоже время. То есть в любом случае все согласовывается с администрацией города? Конечно, обязательно. Вы приносите несколько вариантов, как это происходит? Да, я приношу эскизы. Ну, сначала мы общаемся устно, я озвучиваю свои идеи. Люди из администрации говорят тоже свои какие-то пожелания, чтобы могло понравиться людям в городе, вообще в целом атмосфера. Бывает такое, что у нас совпадает, например, «Щелкунчик», по-моему, у нас совпадал как раз с представлением ходулистов из центра досуга. Ну, это было особенно интересно как-то, да, когда вся в целом стилистика, вся программа соответствует. А вот потом я зарисовываю эскиз уже выбранной нами тематики и обсуждаем еще раз, вносим какие-то коррективы, обсуждаем бюджет, конечно же, и приступаем. Сколько стоит украшение площади? Очень по-разному, вы знаете, я в целом не могу сказать, потому что мы занимаемся не всем украшением, то есть елка-инсталляция — это только маленькая часть, вы же видели, вчера город установил огромную конструкцию подарок, еще там какие-то сюрпризы планируются даже для меня, я не знала обо всем, поэтому в целом не могу озвучить вам бюджет. Но это не миллионы, как в некоторых городах? Именно на елку? На елку нет, к сожалению, пока нет. Может быть, дойдем до этого. Я думаю, все обязательно будет в будущем. Я надеюсь, что елка в этом году, я уверена даже в этом, что она будет прекрасной у нас, яркой, красивой, понравится всем абсолютно жителям Евпатории. А пока что я передаю слово своим коллегам. А какое настроение у вас в студии сегодня? Настроение у нас, как всегда, отличное, но как же без этого? Всего 12 дней до Нового года. Большое, Настя, спасибо вам. Желаем вам успешных работ и хороших новостей. Ну, а наш эфир продолжается дальше.